так же собран твой войск, как власть и власть. Проехали, смотри, я дальний штурмнул не бойся, я появился. Без заложных снов я молча подвинулся. Она невменяема, а люди уходят с концерта. Сейчас покажу, сейчас еще больше начнут уходить. Концерт только начался, и там, сейчас покажу, люди жалуются и возвращают билеты. Вот там все стоят и возвращают билеты, потому что слушать это невозможно. Я сейчас видео сниму. Следовательно, еще раз повторюсь, Роза Холл не является организатором данного мероприятия. Мы также принимающая сторона и также огорчены, поверьте, как и вы. Следовательно, организаторы гарантируют вам возврат денежных средств на сайте, на котором вы приобретали билет. Вы заходите в возвратную форму, указываете концерт, там номер билета, ну все по форме. Вам возвращается. Если вы приобрели на сайте rozahall.com, следовательно, вы в течение суток получаете информирование на свой имейл. Если же вы вдруг его не получили, там есть билет у нас на сайте rozahall.com, есть номер телефона, и вам по номеру телефона все подскажут. Скажите, а за деньги все вернут? Скажите, а по какой причине? Да. По какой причине было принято? Я не могу прокомментировать, но я не знаю, я не могу. Я хорошо вас буду слышать? Я не знаю, я постараюсь громко говорить. Да, чтобы... постарайтесь. Да, у вас, как у всех музыкантов, со слухом, чуть-чуть, да? Да. Обычно это у рокеров. Добрый вечер. Добрый вечер. А кстати, вот действительно, раз уже мы стали говорить про слух, я-то действительно считал, что только рок-музыканты, вот Андрей Вадимович Макаревич, он просто этого предупреждает, что вам одно правое или левое ухо? Правое. У ухо, меня да? Правое. Да. Ну, у вас же не громкая музыка, вы ведь в каком жанре вы для себя, как называете свой жанр? Приглашаю вас на наши концерты. Вот заранее, да. Как только вы получите такую возможность физическую, то приходите обязательно, у нас громко. Угу. У нас громко. Несмотря на то, что я пою песню про нежную, проникновенную любовь, все мои музыканты пришли из андеграунда. Угу. И они играют громко. И поэтому подача у нас, конечно, скажем, мягкая, несколько иная, нежели на альбоме. И нам очень интересно вот таким образом экспериментировать и давать зрителю несколько такие вот другие
предложения, так скажем, музыкальные, разнообразить для того, чтобы это было интересно и слушать, и приходить на живой концерт. А концертные версии всех номеров отличаются от студийных, я правильно вас понял? Да, конечно, отличаются, они жестче. Почему конечно? Ну, потому что для нас это важно. Для нас важно принести в зал, в концертный, ну, в моем случае это чаще всего концертные залы, принести что-то новое. Угу. Не вот послушать пластинку, я считаю, что можно дома. А у нас это несколько по-другому. Мы экспериментируем, действительно работаем над каждой композицией таким образом, чтобы она была интересна именно и визуально, да, и экспериментально, знаете, если можно так говорить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».